мы хотим, чтобы не залазить никуда. То есть, либо 89-й сквад останется на листе в конце, либо фрики останутся в конце. Тогда давайте на одном, чтобы потом не было такого, что типа, что рисуется без там-то, там-то. Другие. Чисто на одном месте. Чисто на одном месте все рисуют. Так, отъебитесь, но не тащите. Потому что если мы будем рисовать там, то получится такая хуйня, что все равно, типа, батла, грубо говоря, такого не будет. И я сразу говорю, что, скорее всего, не останется ничего, кроме точек. То есть будут просто точки. Рисунков никаких не будет. Ну, то есть, типа, рисунков, скорее всего, никаких не будет. Потому что ломать в миллион раз легче, чем строить. Ну, типа, это прям так, пиздец. Сейчас я... Безумно... А, да, подождите. Блин, жалко, он меня не услышит. Мы выбираем квадраты, да. И в этих квадратах рисуем? Да. Мы выбираем... в эти квадраты никто не лезет. Смотри, нет, а пусть лезут, типа. Но фишка заключается в том, мы выбираем один квадрат. То есть из всего полотна мы выбираем один квадрат. Часть. И они. Да, и они выбирают. Они тот же самый. Мы в одном квадрате все рисуем. Мы его отчертим и напишем, типа, снизу что-то типа 89 VC фрик. Типа напишем, чтобы туда никто не лез. Кто туда будет лезть, мы типа будем ломать эти. И мы, грубо говоря, будем все батлиться на одном и том же квадрате. Прикольно, кстати. Ну, вот, типа, я по-другому не вижу смысла. Ну, то есть, например, я объясняю. Например, если Вова будет рисовать лица какие-то, что-то еще, то, например, мне бы не хотелось ломать лицо какое-то, которое будет там нарисовано где-то хуй знает где, понимаете, типа... Подожди, а я вот всегда хотел спросить, тот, кто побеждает, он что получает? Ничего. Ничего. Это плакат с пикселями, по-моему, в офисе ВК висит, не? А, все, я просто уточнить, все, я просто уточнить на всякий случай. Останется на листе в конце, либо фрики останутся в конце. Тогда давайте на одном, чтобы потом не было такого, что типа, что рисуется там-то, там-то. Чисто на одном месте. Это какая-то хуйня? Не, так это неинтересно. Это неинтересно, блядь, залупа реально. Почему это неинтересно? Один квадрат выбрать, блядь, и на нем пиздиться? Да. А как же переговоры с другими пабликами, они нападения, блядь? А как же пиздить других? А как же пиздить других? Да, блядь, да нет. Кто там охуел больше всех? Я же, блядь, все мониторил во время пиксель-батла. Нет, 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 в смысле, типа, в смысле, если кто-то что-то будет пиздеть, мы можем, в смысле, мы можем сломать вдвоем. В смысле? Мы выбираем огромный квадрат. Какой там был пиксель-батл? Вот напомните мне, где это, у меня осталась эта хрень? Там огромное полотно. Мы можем взять большое количество, закрасить его, сделать рамку и написать, типа, что тут будет 89-й сквад, либо фрики. И там рисовать. Типа, если кто-то что-то сделает, типа, мы можем сломать. Что еще там, четвертый? Рост, вес. Размер сисек. Так, да, точно. Нет, рост. Рост, вес отдельно писать? Строго. Ладно, рост, вес. Скажите, а как у вас вообще, по пиксель-батлам? Что за движ? Блять, а где у меня? Да, надо креативно. Года 4 буду участвовать в пиксель-батле. Угу, понял. Ханна, пиксель-батл. Пиксель-батл 2019. Там же, кстати, видосы такие же есть, как, под, ну, как с подписчиками. Вот, смотрите, смотрите. Ой-ой-ой. Вот Вова был, да. Вот Легион. Ой-ой-ой. Да, вот мы рисовали, вот мы рисовали. Смотрите, вот мы такими силами, которые у нас были, мы забрали вот такой участок. Это довольно много было на тот момент. Это очень сложно было, пиздец. Это было пизда как сложно, блядь. Оп-оп-оп. Корпит. Вот, нас хуярили все три дня, если что. Вот там много было пабликов, которых вообще не трогали. Нас хуярили все три дня, блядь. Вот видите, Боровы пришли. Вот они нас в Fortnite убрали. Нарисовали тут Боровы. Это была ночь. То есть это была ночь. Потом, типа, я уже закончил стрим. Нам все въебали. Забрали вот такую вот хуйню с пам-ботами. Это, типа, паблик был ВКонтакте. Который ботами, ну там вообще было без проблем, они нас за секунду забрали. И мы дефались, мы потом убрали Боровых, и мы от спам-ботов дефались. Это вообще была полная пизда. Типа это было, вот уже день, это было типа день. О,
кстати, тут сейчас появится... Я, кстати, не знаю, если честно, что у Hardplay случилось, но Hardplay, по-моему, хотел Легион вот этот весь стереть. Он его начал стирать, и его в чате начали очень жестко хуесосить. Я не знаю, что там у него случилось, но он либо офнул, либо... Ну, короче, какая-то хуйня такая была, типа... Вать, я просто тоже участвовал, где-то там внизу, 50 человек, мы... ну, где? Важно. А я не вижу. Где-то там, ну, нет, где-то упал. Там. Ну, я хз, что у него там было, но, типа, я помню, что он влетел, вот это все снес нахуй. Ну, типа, и там у него чат, там такой чат был, пиздец. А потом Модестал, по-моему, схавали. Вон, у нас должна была быть коллаба с Опасным. Типа, мы нарисовали Опасный, потом он слился. Он сказал, что у него нет возможности, типа, помогать. Мы, типа, нарисовали Немо, потом убрали Опасный этот. С кем мы рисовали, я не помню. Это, по-моему, был Russia Power. Да, тут... с Russia Power. Да, потом Russia Power. Вон, это челы просто ночью ники рисовали всякие. О, смотри, как захуярили все. Да, потом подполз еще начали строить, захуярить, просто что-то. Ух, это карась? Да. Рыба-карась, игра началась. Я вам хочу сказать, сейчас-то вы сильнее. 100%. Намного. Не, нам Вова помогал в самом конце. Хесус и Вова нам помогали в самом конце. В последние, типа, там 30 минут. Но там нихуя не получалось. Вову хуярили. Типа, Хесуса, по-моему, не трогали. Но вы сейчас увидите. Сейчас вы здесь увидите. Летом космонавты нарисовали нормально. Смотрите, вам, типа, мы написали. Ректор Кулешов. А сколько у вас было связей, ну, союза? Союза сколько? И Цигил, и Братишкин, и Хесус. Так там не совсем все так было. Понял, там кто-то, типа, кто-то начинал, но никто не хотел до конца хуярить. То есть люди на каком-то этапе сливались. И вот была концовка, грубо говоря. Хотя нет, это, по-моему... Отпускай, это кто вот это? Отпускай, это что это? Блять, а почему? Подожди, это же... А, лента, это же... не отпускай. Понятно. Это же не концовка. Концовку, же... по-моему, нет, там Молстрой бомбил, и в итоге у нас кривой карась получился. Не? Да, Вадя, я сейчас ссылку в чат дам, ты можешь просто... А, ну может, да. Это концовка. А, ну да. Он специально, типа, бомбил, он специально просто так, по фану. Я помню, ну да. Слышишь, Вадя, я тебе ссылку в чат скинул. Ты можешь зайти в Pixie Battle и там полистать. Подожди, тот момент был прикольный, вот, в правом углу, вот тут, смотрите, вот тут справа. Это когда Hardplay стрим запустил, вот тут справа. Вот, оп, оп, оп. Это Hardplay все рисовал? Да, Hardplay все нарисовал. И потом у него там стрим, типа, упал, или что такое, нет, упал. И они опять все заново отстроили. Но он их снес там, пиздец. Там так было жалко на это смотреть. Там прям это все просто разъебало, нахуй, смотри. Бам, все, ничего нет. Просто исчезло нахуй. Прикольно. Я говорю, проблема заключается в том, что, короче, есть шанс, что на Pixel Battle будет большое количество этого ботов, и тогда, ну, типа, тогда понимаете вообще. Тогда вообще ничего не получится. Ну, то есть, типа, там вообще пизда. Бля, а я и в 18-м году есть, прикиньте. Я есть даже в 18-м году, но там, типа, там такой квадратик мелкий, пиздец. Да, там маленький квадратик. Я помню, я еще рисовал этот смайлик носа. Прикиньте. Бля. А синий это кто? Синий, смотри, справа. Синий это кто? Там синий будет КБ. А, красное-белое? Там... Нет, там, извиняюсь. Там будет КБ с Братишкиным воевать. Же. А, все, понятно. Там, короче, типа... Блин, мы, короче, где-то вот тут вот сверху будем. Да, бля, ну да, у КБ... Помню. У КБ тогда более-менее сил еще хватало, типа. Они тогда еще что-то могли сделать.
Ой, тут сейчас красиво Silvername нарисует такую штуку охуенную. Бля, как же это пиздато было. Да выглядит прикольно, как все меняется. Да. Вся ша хуйня написана. И воняет еще, кстати, внизу. Воняет. Внизу воняет или вообще вся воняет? Не нюхал. Бля, ебать красиво, пиздец. А где мы? Мы, короче, в какой-то момент должны появиться. Маленький, у нас такой маленький квадратик был, пиздец. Маленький-то удаленький. А, кстати, смотрите, в 2018 году как много было пабликов. Прям пиздец, как много было пабликов. В 2019 году пабликов было намного меньше. А там вон Team Spirit, смотри, прям после Турика, походу, пошли рисовать. Турик отыграли, нахуй, все команды пошли рисовать. Турик проебали, точнее. Вот, Эвил. Стоп. Тут, так тут будет ебать, тут коллаба будет, мы... вот тут рисунок будет, блядь. Ебать, я только сейчас вспомнил. Эвилон ЧСВ вон там написан. Блядь, вы помните? Вон, смотри, сейчас Silvername. Ебать, красиво, пизда. Hardplay, смотри. Хесус не смешной. Бля, нас особо, кстати, не трогали в том году. Нам, типа, ну, точнее, в 18-м. Нам везло более-менее. Помню, как вчера. Бля, ну это очень жестко было, честно говорю. Тут такое количество пабликов, посмотрите, просто. Натыкано, натыкано паблики, маленькие квадратики везде просто понабирали. Смотри, Twitch.ru, вот. Twitch.ru, блядь. Девочки, привет. Привет. Бля. Где такой музончик, конечно, играет. Да, еще. Музончик пиздец, кстати. Реально прям под батл, ну, идеально подходит. Бля, нам, кстати, реально тогда очень сильно везло, я, типа, помню. Ну, мы еле отстраивали тогда, тогда вообще пиздец был. Ну, типа, там если что-то нам поклацали... Мы очень долго отстраивали, то есть, типа, все буквы, когда надо было что-то перестроить, очень долго было. Смотрите, КБ, как... это КБ тут чисто настроили все? Да-да-да. Бля, вы помните, кто нас хуярил, кстати, в 19-м? Нас хуярил даже этот, Дед Валакас, блядь, нас даже хуярил. О, дедушка. Я только сейчас вспомнил. Валакас даже нас дедушка хуярил. Классно, дедушка классно. Даже Валакас хуярил. То такие КБ это паблик. ВК. Вот, смотрите, тут справа сейчас будет рисунок. Вот, смотрите. Ебать. Вот, кстати, пиздато. Да, тут вообще пиздато, смотрите. Бля, ебать, это тут, конечно, злой совестил. Бля, пиздата, если честно. Тут прям очень... В этом году тоже надо нарисовать какую-то картину классную. Бля, ну хз, в этом году, мне кажется, не получится. Блять! Почему? Типа, ну не получится. Наоборот же, больше нас. Нет, можно было бы что-то нарисовать красивое такое. Да, 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 это, красивое. Только это, скорее всего, не получится, понимаешь? Потому что, ну, чем да. Типа красивее ты нарисуешь... Тем больше захотят тебя все выебать. Там же просто есть челы, которые сидят, куда попало, клацают. И ты типа нарисуешь красиво, и они тебя будут руинить. Так у нас дефать будет, и все. Можно такую же картину... Так у нас, смотри, армия какая-то. Смотри, армия какая. Пацаны, плюс в чат, кто будет дефать. Ты посмотри. Там армия невероятная. Вон, девочки будут дефать, ебать. Школьницы нахуй залетят, будут дефать. Вадя. Первый чат у тебя, который опережает спам школьниц.
Так у меня вообще чат ебет, дядь. Это они спамят школьниц, понял, по угару чисто. Да, я заметил, кстати, я когда пишу, ты никогда не замечаешь, кстати. Смотри, ебать. Бля, в 2017 году Вова был на Pixel Battle. Ебать, он... Он так чисто олд нахуй такой. Он, по-моему, и в 17-м был. Подожди, мы про него и говорим. Какая-то такая сейчас ситуация такая произошла, блядь. Такая музыка ностальгическая. А, да? Что? Блядь. Я тупанул, ладно, да? Подожди. Ладно. Какую песню можно включить? Дабстеп. Дабстеп чел водит. Фонг надо было. Куда дабстеп водит? Как пишется фонг? Пхонг. Вон, там было предложки. Сейчас, блядь. Сейчас, нахуй. О, один сейчас час отборного. Ой, подожди. Не, подожди. Подожди, блядь. Подожди, аккуратно, блядь. Погоним, нахуй. Аккуратно, блядь. Мне кажется, это приветствие, это нормально сейчас будет. Ну да, только главное, чтобы там приветствие, ничего такого не было. Ну, приветствие. Это вы, привет. Все. Ебать. Другой мир. Линтач. КБ. Во, вот под это вот оно, блядь. Пошло, ебать. Я прям чувствую вот эту энергию, понял, что вот эту пиздилку жесткую, блядь, чувствую. Ебальники крошатся, нахуй. Блядь, следующий Pixel Battle, это будет пизда полная. Мне кажется, нельзя такое выпускать, надо обязательно. Эмоции. Я говорю, нельзя выпускать Pixel Battle, эмоции, все становятся едины. Блять, я просто, понимаешь, смотри, Алексей, у тебя есть такая тема. Мы бы могли соединиться с 89-м сквадом и взять еще несколько напарников и попытаться забрать все полотно. Понимаешь? Да. Типа сделать нереально массовый коллаб и забрать все полотно. И написать Twitch. Мы могли типа что-то такое придумать, типа, чтобы всех там, например, сделать. Но просто, блин, будет ли это интересно? Потому что я думаю, если мы сделаем такой жесткий коллаб, то паблики, все, которые будут маленькие паблики, они не захотят бороться. Но зато люди, которые с ботами, у них наоборот будет больше мотивации, понимаешь? Вот люди, все остальные, все остальные ютуберы, например, соберутся тоже вместе и начнут батлиться. Ну, это же нет, тоже ютуберы не начнут, Они за такую безуху никогда не вписываются. Фишка заключается в том, что мы, смотри, вот мы соберем, сделаем такой коллаб, и мы будем хуяриться против ботов. Типа, понимаешь, это будет типа восстание такое, блядь. Ну, то есть, в этом будет проблема. Ну, типа вот только в этом. Ну а получается, что Вова объявил войну или что? Ну да, типа, ну он объявил войну. Типа, это будет заебись. Но я говорю, что типа это война, скорее всего. То есть это все должны понимать, а она, возможно, будет переобувочная. То есть, это я вам сразу говорю, чтобы вы не думали, типа, есть шанс, что война будет переобувочная, что когда мы поймем, что все паблики будут пиздить нас, ну, то есть, может быть такой момент, когда мы начнем хуяриться между собой, другие паблики будут пиздить нас, и нам, скорее всего, нужно будет кооперироваться, чтобы выебать другой паблик, а потом уже пиздиться, понимаете? И, типа, в конце концов, не останется нихуя, вот такая может быть проблема. Но, мне кажется, сама заруба и сама интрига будет. Да. Ну, по сути, смотри, есть паблики сильные. Типа, какие паблики есть сильные? Пишите, паблики МДК сильные. МДК живет он еще, нет? МДК. Мне кажется, МДК живет еще. Да, МДК. Ой. МДК, Линтач, КБ. Что ВПШ еще? Живет ВПШ. Панчит. ВПШ, по-моему, еще панч. Живет. Факты. Фоч. Смотрите, идея такая. Что мы делаем на Pixel Battle? Мы рисуем картину, которую нам пиздец сложно будет дефать. Да. Либо мы огромными буквами пишем фрик, ничего не добавляем туда, забиваем просто полотно белым цветом, пишем на огромный фрик. Мы будем дефать это, что бы ни было, люди будут всегда четко ставить точечки. И мы будем дефать 100%. Мне кажется, фрик. Но картинка, она будет красивая, пиздец. То есть мы можем прям за круг такой сделать, прям круг огромный. Подожди, в конце побеждает тот, кто красиво сделал, или тот, кто больше закрасил? Смотри, здесь для каждого победа своя. Ты можешь... Тут есть победа по очкам.
но она не самая важная. Сам, мне кажется, знаешь почему, как было вот у Вовы? У Вовы была такая тема, он рисовал картину, а люди из КБ, они тем же цветом перекрашивали эту картину, понял? То есть, типа, там стоит черный стикер, черная точка от Братишкина, и КБ ставили туда тоже черную точку. Они набирали поинты, но по факту картина все равно оставалась такой, как она есть, понимаешь? Угу, понял, да. Ну, тут надо решать, да. Не знаю. Я нашел человека, который в прошлом году нам делал по шаблону. Может, его попросить, чтобы он сделал какой-то красивым шрифтом. О, кстати, я по шаблону говорю, это прикольно. Я шаблону. Просто говорю, что, типа, есть шанс, что лица... ну, то есть, не есть шанс, это 1000000%. Лица наш, нам всех... Ну, я просто говорю, что если мы нарисуем лица, нас всех испоганят. Ну, то есть, типа... В конце концов, лица все будут испоганены. То есть, ну, типа, будет туловище... Сложно задефать будет. Сложно задефать будет. Будет нереально задефать, потому что люди будут сами даже ошибаться. А вот ответь, пожалуйста, на вопрос. Какова... Вот когда вы начинаете говорить координаты, какова вероятность, ну, так скажем, 60% попадания в эти координаты? Что люди верно все понимают и красят сразу, что нужно. Они там идеально попадают. Я не знаю, там как есть. Это получается. Да? Ребята пиздец как все попадают. То есть, ну, они рисуют прям четко. Только главное выставлять. Там координаты от точки до точки. Помню, там на картинке прям будет написано от такой-то до такой-то. Но, типа, я говорю, что просто много рофлеров сидит, которые специально клацают, куда попало, понимаешь? Вот, ну, типа, он такая... сделает вот так по координатам, все нормально будет. Красиво, ну, по координатам прикольно. Единственное, что решить картинка это будет или фрик. Типа, можно было бы сделать просто Эвелона и Бустера, например, вдвоем. Нет. Мы 100% не будем ничего. Мы не делать не будем. Будем делать только от общего. Либо рисовать всех, либо никого. Вот так. Ну, типа. Всех очень сложно. Да, либо рисовать всех, либо писать просто фрик. Всех очень сложно. Я не хочу, типа. Я не хочу такой хуйни. Тогда фрик. Я тебе потом накидаю. Да, ну либо так. Мы можем попробовать всех нарисовать. Мы можем попробовать всех нарисовать чисто для того, чтобы это осталось в хронологии. Типа, мы нарисуем всех, а потом нас всех разъебут. И мы потом напишем фрик. Понимаешь, мы можем в последний день написать фрик огромным количеством. Да. Типа, мы можем поддержать какое-то количество, но в конце на 100% будет стирать. То есть, типа, какие-то паблики скопируются и будут стирать. Я только не понимаю одно. Как Вова объявил войну, я даже не понял этой войны. То есть, как он хочет ее делать? Типа, как он хочет эту войну сделать? Если он хочет рисовать, где попало, я лично не буду хуярить ему рисунки, откуда попадя. Он там нарисует справа себя, я не буду ему хуярить рисунок. Типа, это абсолютный бред. Ну, то есть, типа... Всех, кроме Генсухи. Blood Trail. Blood Trail, блять.